Ну что, друзья мои, привет! Привет! Мы продолжаем блок наших видео, продолжаем обзор игры Need for Speed 2015. Я надеюсь, вам понравилось прошлое видео, и это тоже вам очень понравится. Я уверен в этом. Я полностью с тобой согласен. Ну что, я думаю, самое время начать проходить миссии. Нужно позвонить ребятам, которые нам звонили. Почитать сообщения. Почитать сообщения. Да. О, сколько у нас пропущенных. Мы специально не играем без записи. Так, давай. Нет, это мы уже брали. Так, набери штраф, минус СП. А, и скройтесь. Ладно, пойдем дальше. Эй, приветик. Эй, приветик, это Робин. В общем, собираюсь по Вентуре погонять. Со мной не хочешь? Ну, может, увидимся? Угу. Робин, это та красотка, что ли? Я не против. Снежаночка наша. Так, все, погнали. Погнали, место назначения. Я очень соскучился по гонкам. Хочу сразиться с хорошими, с равными мне по уровню игроками, потому что если я просто нахожу кого-нибудь на улицу и с ним гоняю, они, как правило, очень крутые. Они уже прокачаны, и их догнать очень тяжело. Поэтому да, за них очень мало уже денег. Охота побыстрее погонять, попроходить миссии, дойти до финала. И хочется дойти до первого босса, на самом деле. И купить какую-нибудь хорошую тачку. И самое главное, купить нитро, потому что без него, если честно, немножко стрёмно. Что-то, ну, неинтересно. Что-то. Да, нужно все это купить побыстрее. А нельзя перейти сразу туда, без поездки? Ты же говорил, что в гараж можно сразу перейти. Ну, туда нет. Попробуй, может. А ты как в гараж переходил? Через меню же? Да, а через карту? В гараж. А. Тут такого нет. Все, понятно. Давай тогда, поехали дальше. Поехали. Что-то музыки совсем не слышно, да? Слышишь нет, музыку? Нет, не слышу. Может, залезешь в настройки? Тут слышно. Чуть погромче сделать, да? Да. Все. Угу, все, окей. Едем, едем, едем по встречке мы на гонку. Чуть не задел мне фару, козел. Ночной город. Очень красиво. Ах ты! Не доехали мы до гоночки. Прикольно было бы, если бы мы продолжили игру где-нибудь в реанимации, короче. Как в GTA, короче. Да. Мы почти доехали до гоночки. Я думаю, мы это просто обрежем. То, что мы едем нахуя. Здесь можно помолчать, потому что здесь какая-то херня, вообще говорить нечем. Просто едем по прямой, бля. Тачка у нас пока беспонтовая. Subaru. Тут гоняется там максимум до 220, наверное. Тяжело из нее выжить больше. 214-15. Уже хочется купить какую-нибудь новую крутую машину. Но денег пока нет. Надо проходить миссии. Проходить гоночки. Очень долгий путь. Ну, кстати, машины такие дорогие, да? Угу. Может, пожалуйста, мы миссии не проходим? Ну да, поэтому нам кажется, что это много. Надо миссии пройти, и там, наверное, много дают денег, чтобы их купить. Угу. Что-то мне показалось, что слишком дорогие и долго деньги набираются. А мы просто миссии не проходим, наверное, поэтому. Ну, наверное. Так. Снова 200 км в час. Куда, куда, куда? Все, мы доезжаем до места назначения. Совсем скоро начнется гонка. Ту первую гонку ты завалил. Сейчас посмотрим, как я со второй попытки завалю. Ну, это уже не играл несколько лет НФС, и поэтому я думаю, так получилось. Да, я вообще первый раз играю на джойстике. Будем задротить и будем всех рвать. Кого всех? Всех боссов, говори. Всех боссов.
всех гонщиков. Да. Будем наказывать просто всех. Надо еще разобраться, как поиграть в онлайне, пока это не понимаю. О, какой дрифт! Как я научился делать. Что-то мы ни хрена еще не доезжаем, если честно. Да. Еще долго похож на меня. Мы не будем томить подписчиков наших, наших зрителей этим долгим ожиданием. Нашу миллионную аудиторию. Ничего себе, впереди. Оп-оп, если мы так будем дрифтовать, я думаю, у нас будет очень много подписчиков. Может быть, я доеду, а ты будешь гоняться? Конечно. Давай. Доедь. Я помню то, что во втором андеграунде было, скажем так, препятствие для того, чтобы отвязаться от полицейских, то есть сбиваешь какие-то трубы, и они накрывают полицейских трубами. Mm-hmm. Ты такое помнишь? Здесь такого нет. Я помню. Ну, такое, здесь да. Такого вообще нету, да, я так понял. И там на карте прям указаны были эти препятствия. Да. Можно было их найти. Правда, до них доехать было не так просто. Да, но менты угонялись. И здесь похоже, что нету уровень погони. Раньше же был уровень погони. Угу. То есть чем больше, тем больше полицейских, там вертолеты добавлялись, например. Когда у тебя было 3 звезды уже, угу, то добавлялись вертолеты, шипы там. Угу. Но пока здесь такого нет, здесь есть только штрафы. Версия машин менялась, то есть там угу, полицейские на других машинах гонялись. Развернитесь, чтобы начать событие. Ну что? Так, давай. Начнем события. Приходите в заезд по контрольной точке, набирайте очки за скорость и углы в дрифте. Угу, дрифт. Следуйте по маршруту и достигайте цели, чтобы увеличить свой счет в дрифте. Чтобы победить, наберите заданный счет. Ладно, погнали. Подожди, подожди, ты куда поехал? Назад. Ты же надо не нажал, да? R1, что ли, что-то надо. Еще назад, еще. Еще назад. Сейчас он тебе. Вот. Все, погнали. Дрифтуй как... Панза. 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 Отлично, я буду панзой. Ну, поехали уже. Да, я же вот здесь не смог, да, подрифтовать вроде. Я то же самое хотел, да, пройти? Да? Вроде бы, да, как? Дрифт нужно было проходить. Да, второе место, что ли, я занял в тот раз. Давай, давай, давай. Контрольная точка 15 тысяч у нас первая. Ты дрифтуй. Надо разогнаться сначала. Тут нельзя еще, кстати, этот врезаться, а то счет, бля. Да? Да, походу. Дрифтер из меня пока дырявый. Дырявый. Надо приноровиться. Вон, видишь, не даются очки. Все, мы провалили контрольную точку, короче. Почему провалили? Вон контрольная точка. Нет? А, в общем. Нет, счет, ну общий счет же есть, финиши. Ты, короче, от бога водила. Гонщик от бога. Дрифтер от бога, я понимаешь. Нажми L1. Я засмотрелся. Нах. Нах. Что-то не дается мне дрифт, короче. Так, а, нам же нужно набрать 15 тысяч, да? Это нет. Задача, да, получается? Сейчас мы, походу, ни хрена не наберем. А это заново? Да нет. Оп! Нормально. Все, видишь, сразу в два раза больше, короче, добавил. Да. Оп-о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 п. Ты на карту смотри. Я смотрю на счет. Мне важен счет, понимаешь? А нам не нужно прийти первыми? Да вот, даже не знаю, наверное, нет. Там же задача 15 тысяч дрифта набрать. Угу. Поэтому, я думаю, нет. Так, так я много не наберу. Надо разогнаться. А, все, мы продули, короче. Ты продул. Я продул. Эх! Не так-то просто, слушай. Я хочу еще раз. Зато 500 мы набрали.
500, что, 500 баксов? 500 баксов, короче. Офига себе, это такие большие деньги. Просто достижение. Поехали заново. Выполнено? Да. Все задачи выполнены? Да нет, наверное. Зайди в это задание. Да, вот сейчас гонка на время, блин. Прямо отсюда. Бед. А, вот. Посмотрим. Вторая гоночка. За минуту 44 секунды надо доехать до финиша. Погнали. Я думаю, это мне дастся гораздо легче, чем дрифт. Спаси меня, пожалуйста. Я сейчас одичаю. А может уже? Или вот-вот начну. Прости. Мысли вслух. Надо проветриться. Блин, зачем ты на пути мне встал, сука? О, я уже разогнался как-то так быстро. Что-то тебе все звонят, короче. Так меня хотят, понимаешь? Все хотят с тобой поговорить. Мы пока не будем ни с кем разговаривать. У нас рассвет или закат? Рассвет, я думаю. Посветлело чуть-чуть. Ух ты, опа. Опять менты. Они будут мешать мне. Не надо успеть. Так, у тебя осталась минута. Я думаю, я успею. Вот, и дрифт пошел, понимаешь, сразу. Гоним. У меня осталось сколько, друг мой? Так, у тебя осталось 30 секунд. Отлично, я успеваю. Ты ни хрена не успеваешь, если честно. Вон же новая точка. Новая контрольная точка. Это же не до контрольной точки, а... Вон финиш. Это не финиш еще. А, это тоже не финиш. Блин. Я опять не успеваю. Это очень сложно играть, если честно. Еще эти менты. 10 секунд осталось. О, нет, не успеешь. Давай. Успею! Нет. Проигрыш, пипец, сколько миллисекунд? 21 миллисекунда, ты не успел. А получается, я на 21 миллисекунду опоздал. Да. Капец, это же так мало. Так, теперь давай я погоняю. Это такой просто... Такой мелкий проигрыш. Такой дебильный, блин. Ты сначала от ментов уйди. Так, а пока от ментов не уйдешь, ничего не сделаешь, да? Да. А там видишь восклицательный знак? Это что это такое, интересно? Это пропущенные звонки, это миссия. Нет, вон, на карте. На карте? Да. Сейчас надо пойти посмотреть. Да, давай до туда. Зеленый вот справа, видишь? А вот он прям рядом. Может быть, что это такое интересное? Это гараж. Нет, это не... А, это гараж? Да. Что? Ты не можешь туда заехать. А зачем он горит тогда? Если... Может быть, туда что-то надо? Музыка у нас заиграла. Все, нас забанят. У нас уже 15 уровень, а мы еще ни хрена даже не прошли. Впереди. Блять. Догони ей. Дай по щам этому чуваку. Давай, выезжай на трассу какую-нибудь, вали этот этап, проходим гоночки. Без трассы попробуем. Хотя у нас вот 2500 штрафов мы уже набрали, сейчас нам нужно. А нет, 2200. Смотри, как у меня жмет. Если камера поднимается вверх, то он тебя поймает. Че, типа, не убежал? Да. А, 2575, все нормально. Только эти деньги, кстати, они не добавляются тебе в копилочку. Нет, понятно, но мы же это задание же проходили. Ну. И че? Ну там была задача набрать. А-а-а. Вот, видишь? Отлично. Задача выполнена. Отлично, прошел проверку. Так, давай заедем в город. Давай. Почему-то у нас получается не один гараж, у нас есть еще гаражи, которые под восклицательными знаками. Может, их надо открыть? Может быть. Может, там что-то интересное есть? Туда, может быть, просто нужно доехать. Да. Так, давай мы почитаем, наверное. СМСки.
Ты в курсе, ты нажал на меню, а машина твоя едет? Ну, да, кстати, тут паузы нету. Да. Ну, не парься. У всех ведь бывают провалы. Обстановку тебе сменить бы. Ну, а, это по поводу твоего дрифта, походу. Да, походу. То, что ты обосрался. Не заставляй меня ждать. Давай. Я так понимаю, гонки здесь переиграть нельзя. Один раз только тебе дается один шанс, чтобы ты продул, либо ты выиграл. Нет, наверное, это но может. Как, она же тебе сказала, то, что... И причем, обрати внимание, то, что у тебя сеть 5G. 5G? Ну, вот же наверху, видишь, написано 5G. Я крутой, мы с тобой крутые, слушай. Не, ну я так понял, все-таки один шанс дается здесь. Да нет, я думаю, можем повторить все-таки. Ну как, я же дрифт проиграл, и ты тоже потом сразу же проиграл. Может, это другой был дрифт? Не знаю. Давай, разворачивайся. Че, мы опять едем по встрече? У нас полностью вся карта открыта получается, да? Ну да, можно гонять где хочешь. Я пробовал выезжать в другие места. Раньше интереснее было, мне кажется, когда было закрыто. Ну, было прям интересно. Открывать новую карту. Да, а тут уже все открыто. Может, здесь города будут новые какие-то? Да, хотя, вряд ли, я думаю. Да, я тоже так думаю. Ну что, поиграем, увидим, что будет дальше. Крутой поворот. Молодец. Учимся. Трэвис, друган, да ладно, ну не может быть, что ты не знаешь. Как мне тебе еще сказать? Нет, погодите, ну кто-то же должен знать. А они бы не были суперкрутыми подпольными нарушителями, если бы их все знали, правда? Ты бы их видела, Роб. Это что-то, черт возьми. Копы взбесились, пронесли их мимо и ноль внимания. Считай, что вам повезло. Ладно, давайте развейтесь, сгоняйте в кафе. Может, давайте встретимся? И Ману едет. Ладно, надоели, давайте пока. Ни о чем, вообще непонятно. Давайте еще раз попробуем гонку на время. Давай, это та же самая? Ну, или я не знаю, сейчас посмотрим. Давай. Я думаю, у тебя получится. Полетели. Разбитая тачка. А кем она разбита? Тяжелый вопрос. Давай, обгоняй этого чувака. Сейчас, тихо. У меня был результат минута 44 и 21. Посмотрим, сколько будет у тебя сейчас. Говорят, копы шухер наводят, так что самое время в Лонгхорн наведаться на Франклин Террас. Там встретимся. Прикольные очки у Робина. Видел? Нет, я на трассу смотрел, если честно. Ты хочешь побить мой рекорд? Супер рекорд. Рекорд. Гони. По-моему, ты пока лучше едешь, чем я. По-моему, мне тоже так кажется, пока что я сейчас в кого-нибудь не въеду. Еще 5 контрольных точек. А может и хуже ты едешь. А, вот тебе мент. Слушай, мне мент мешал гораздо раньше. И он врезался в меня. Почему он тебе не мешает, я не понимаю. Ну, потому что он я... решил... Добросовестный водитель. Ну да. Что-то мне кажется, я не доеду. Давай, последняя точка. Вон же финиш уже. А, да. Давай, так, тот же результат примерно, но... Нет. 40. Ты был на одну секунду, на полторы секунды ты был быстрее меня. Молодец. Так, нам 4000 долларов дали. Отлично. Новый личный рекорд. Ну что-то мне кажется, все равно мало. Курсы вождения на пользу пошли. Ха-ха-ха. Юморит у нас. Робин. Сейчас вот, кстати, этот зеленый этот восклицательный знак, подъедем, посмотрим, что. Давай подъедем. Ну это гараж, его надо просто открыть. Посетить место. Давай. Посетим место. Что это такое, интересно? Новый гараж. Может, там тачки другие?
Мне кажется, там и тачки, и запчасти. Мы же еще это тачки не смотрели, какие тут есть, да? Да. Сейчас посмотрим. Всем привет. О, наш друг с крутой прической. Да. Это что значит? Хорошо? Слушай, старина, если такой смелый, давай ставки поднимем, а? Интересно, мы... Робин когда будет разговаривать? $4. Что-то я все... очень хочу услышать его голос и вообще увидеть его лицо, на самом деле. Все, молчи ты, молчи. Такое скрытное лицо. С такой игрой тебе нужен наш девочка. О, Ману, да. Поучился бы лучше у нашего друга. Он языком у нас не мелет, а на ус мотает. О! Давай. Да. Языком у нас он не мелет, да. Действительно. Лошара. Так и знал. Хер тебе. Спасибо, подружка. Ну, блин, все. Сколько кофеина ты уже выдал, Спайк? Он что-то делает хотя бы. Мы видели его руки. Поиграй в бильярд, не знаю. Сейчас эта игра плавно перейдет в бильярд. Будем аркаду играть. Точно, мне плевать. Ха! Дай ему покудрим палкой. Телефон далеко не убирай, сегодня будет жарко. Пошли. Это я возьму. Оп. Че, пойдем погоняем. Все, ты открыл нам в гараж или нет? Нет? А, это просто типа нет. Миссия, видео. Да. Жаль. А вот там, видишь, звездочка какая-то, короче. Что это за звездочка? Ну это гонка? Нет. Да. Желтая звездочка. Ну так это и есть. Что-то мне кажется нет. Это флажок. Может это полицейский? Нет, это точно не полицейский. Это флажок со звездочкой, такой значок. Вот как. Наш человек. Давай в Royal Park. Там заезд с ребятами намечает. Смотри. Так, короче... Восклицательные знаки — это новое видео. Ну, то есть, это те места, куда тебе нужно съездить, чтобы посмотреть видос, там какая-то... Сюжет. Да, сюжет продолжается на этом месте. Так, что мы еще раз погоняем и... Давай погоняем. Завершим эту серию. Я думаю, еще надо поездить. Да, пару гонщиков. Завершите спринт со Спайком. Показать, давай. Да, я доеду, ты погоняешь. Давай. Может, все-таки этот? Можно сразу туда переключиться? Попробуй. Обалдеть. Столько нам ехать. Так. Вон, Speedwell, попробуй. Квадратик нажми. Что такое? Нет рекорда. Что, никак, да? Скрыть цели, уменьшить, увеличить назад. Похоже, что нет. Вот. $4000 тоже дадут. Ну все, погнали. Ну да, поехали. Турбопогружение. Мы не прошли турбопогружение. Как мы теперь победим в миссиях? Турбопогружение. Нитро нам надо делать. Да уж. У нас беспонтовая тачка, какая-то Subaru. Не прокачанная, ничего. Очень хотим новую тачку. Я сейчас усну, короче. Спой нам колыбельную. Спят усталые машинки, едем мы. Хуйню какую-то пою я, простите меня. Я-я-я. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться или забывай. Ай-яй-яй. Что-то мы очень-очень долго. Чтобы ехать сделать 20-минутное видео. Ну что ж, дорогие друзья, мы доезжаем уже до нашей точки. Мы очень долго ехали. Сейчас будем разворачиваться. Спринтить будем сейчас. Давай, развернись. И я поеду. И
ты поедешь. Покажи, покажу свои нубасские способности. И ты еще раз проиграешь, короче. А зачем ты наговариваешь на меня? Дай назад чуть-чуть. Погнали. Что здесь надо будет делать? Просто закончить. Просто гонять и все. Просто гонять. Не на время, а просто до финиша первым приехать. Угу. Я так понимаю. Че я сам последний? А вот ты с чуваками же будешь гоняться. Ну. Семь чуваков. Это первая наша гонка в этом стиле. В спринте. В спринте. У них тоже нубаски тачки. Главное смотреть на карту. Вот чего ты не делал в прошлый раз, похоже. Да? Да? Ну да. Постоянно отвлекался. Ах ты сучка, а? О-о-о-о! Ну тем просто, короче, имеют тебя. Я хоть побыстрее крутую тачку купить и уже оттюнинговать его. Эту тачку мы пока ничего не убьем. Экономим бабки. Нормально, нормально, сейчас я их обгоню нахрен. Иди сюда, сучки. Пока я четвертый. Так, 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 так. Нет, нет, нет. Оп, оп. Блядь. Ты, короче, довыебывался. Да, я, короче, довыебывался. Ну чё, сейчас обгоню. Блядь, дайте мне место. Вот, отлично. Сейчас буду первым. Все, я первый. 16-я контрольная точка началась. Похоже, что вот этот, кроме таксистов и грузовиков, больше нет никаких машин, да? А, ну это всегда так, ночью. Ну да. Так, у нас... Бля. У нас менты нас преследуют уже. Блин, почему они обгоняют? Я же не терял скорость почти. Надо приехать первым. Сейчас тебя начнут полицейские иметь. Очень тяжело разгоняются машины, это прям чувствуется, короче. Я второй. И я первый. Отлично. Ура. Как бы там правее. Резкий поворот. Кур, вообще. Крутецкий кур. Нормально, нормально, нормально. И... А, нет, еще не финиш. Еще резкий. Резкий? Блядь. Ты карту не смотришь опять? Нет, я хотел не резкий сделать. Ладно. Не хотел, наоборот, уехать. Так, все, мы почти у финиша, я пока первый. Блин, там сзади меня прям преследует. А один чувак. У нас по процентам не показывает, да, получается? Нет. Финиш. Блин, он меня обгоняет, козел, пошел в жопу. Да. Ес, мы первый, отлично, дай пять. Сука, мы это сделали, 4000 заработали. Блин, мы скоро накопим на тачку. Сейчас короче. Че, сейчас прям поедем? Сколько у нас денег? Нет, наверное, у нас денег не хватит, я там смотрел тачки. Давай сейчас в гараж поедем, посмотрим тачки, наверное. В гараж заедем, посмотрим тачки и все. На этом закончим. Мы сразу телепортируемся прямо в гараж, не будем долго ждать. Трудно дается тюнинг, установи все на максимум, а дальше дело техники. Вот так вот. На максимум. Учат тебя, ребят, как бы делать бабки, тюнинг. Можно было бы... Вот она, чистенькая машинка. Давай налево. Визуально? Нет, зачем? Нет, будем тачки смотреть. А, давай посмотрим тачки. Потом тюнинг посмотрим. Хуйня, у нас 25 тысяч. Что мы можем купить на 25 тысяч, посмотрим. Тоже такую же, наверное. Toyota Supra, Nissan. Вот, нормально уже вроде отточило. Вот, нормально, Mazda RX-7. 7. Давай дальше посмотрим. Может, у нас еще... 50 баксов не хватает. Нет, давай мы еще сейчас чуть-чуть заработаем. И уже. Давай, может, вот. Toyota. Какая-то хуйня, Subaru. Вот, а у нас какая-то. Вот же у нас, вот это вроде. Это вот это у нас? Ну, вроде бы БРЗ мы брали, Subaru. А зачем мы потратили так много денег? Нам надо, когда как минимум 30 тысяч. Мы ничего не тратили, мы просто нам подогнали. Нам как минимум надо 30 тысяч, чтобы купить тачку лучше, чем у нас. Дальше. А вот это у нас сделка? Что это тачка была? Это Honda. Давай дальше. Ну, я думаю, пару гонок сейчас. Давай, три гонки пройдем. Еще. Вот можно BMW M3. K46. Мы, наверное, его и купим, я так думаю. Да, тебе нравится? Да. Mitsubishi. Там этот... На квадрат нажми, характеристики выходят. Давай. Так. Максимальная скорость 283. Мощность лошадиных сил 338.
Нормально, посмотрим, надо будет все равно погонять. Все равно характеристики будут улучшаться с тюнингом. Возьми вы эту трубку. Эй, старичок, как тебе удается? Даже после крутые очки. Провала на тебя обращают внимание. Угу. Помнишь Жабрина? Того парня с последнего заезда. В общем, он все не угомонится. Хочет реванша. Только ты и он. Ты же знаешь, что делать? Я знаю, что делать. Что делать? Нам сейчас нужно заканчивать серию. Все, короче, на этом все. Было прикольно, погоняли. Даже выиграли гонки. Сейчас накопим денег и купим следующую тачку, но это уже будет в следующем видео. Давайте, друзья, до новых встреч. Всем подписчикам пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, это канал GameMakers TV. Пока-пока, друзья. Пока-пока.